Итак, четвертый ход. Первым игроком у нас будет Венди. В фазе передышки мы ничего менять не будем. Зато в фазе передышки для Чарли мы увеличим показатель боя. Далее фаза движения. Венди у нас возвращается в газету, а Чарли переходит во вторую половину иного мира. Также я перемешаю вот эти две колоды, так что пауза. Так, возвращаемся к съемкам и вытягиваем карту контакта для Венди. Газета. И получите карту задатка. Именно эту карту мы и ждали. Давайте еще раз перемешаем. Мы перемешали и вытягиваем карту задатка для Венди. Как минимум, она получит благодаря ей сколько? $4. Далее переходим к Чарли. Вытягиваем ему карту контакта. Зеленый подходит, и как раз есть плато Лен. Великие жрецы требуют жертвы. Сбросьте наиболее дорогую вашу уникальную вещь. Если в нескольких вещей одинаковая стоимость, выберите одну для сброса. Ну, у нас нету ни одной уникальной вещи, так что мы ничего не сбрасываем. И опять наша любимая фаза мифа. Во-первых, не забываем про карту слуха. Добавляем на нее улику. Далее, давайте посмотрим, где открывается. О, и у нас новый портал на площади независимости. Так, еще один жетон на трек безысходности древнего. Это у нас карта из дополнения. Так, полумесяц и плюс. Еще один жетон разлома открывается. Улика появляется в ложе серебряных сумерек. Теперь у нас здесь две улики. Это у нас карта заголовка, она сразу же пойдет под дно. Так, давайте сначала посмотрим, какой у нас портал открывается. Это портал в Великий зал Целиано. Так, первый игрок выбирает жетон прогресса разломов и переворачивает его лицом вниз. Так, какой бы жетон прогресса? Ну, давайте вот этот выберем. Так, полумесяц и плюс. Полумесяц культист у нас выходит на улицу. Плюсов у нас нет, но мы еще не вытянули монстра. Давайте посмотрим. И это еще один культист. Он тоже выходит на улицу. Помним. Так, и ставим под дно, так как это заголовок. И помним, что культисты являются изворотливыми монстрами. То есть не нам надо от них убегать, а они от нас убегают. Ну и на этом четвертый ход заканчивается.